Все курсанты Академии внутренних войск МВД находятся у себя на территории Академии. Вчера русским языком, этим в кавычках мирным пикетчикам, или кто там они есть, а по мне так просто неумные люди, радикально настроенные. Там, кстати, вчера одного задержали, который со стороны мирных протестующих из травматического пистолета начал расстреливать людей, находящихся возле входа в академию. Его задержали вместе с пистолетом. Также при нем был обнаружен какой-то кинжал, который попадает, ну, по мнению тех, кто это видел, под запрещенное холодное оружие. Я думаю, что там уже начато следствие, его личность установлена, и он понесет заслуженное наказание. И якщо можна, розкажіть все, що... Так вот, когда вышел замкомандира, целый генерал вышел, вы же там все присутствовали. Он же сказал, что у него нет на данную минуту приказа от начальства вести людей в Киев. Вы же его не слушали. Вы же кричали ему там «ганьба» или «ты нарушил присягу». Человек сказал, что будет команда, поедем. Мы военные люди. Не будет команды, не поедем, пока команды нет. Поэтому команда не поступила. И все курсанты остались на местах.